Воспоминания о зиме. Инсбрук, 1976 год. Олимпийское пламя впервые зажглось в Австрии в 1964 году на играх в Инсбруке. А 12 лет спустя зимняя Олимпиада вновь вернулась на австрийскую землю. Дело в том, что игры должны были проходить в Денвере, США, но общественность штата Колорадо проголосовала против программы налогового финансирования, и американский город был вынужден отозвать свою кандидатуру. Международный олимпийский комитет оказался в трудной ситуации. И тут на помощь пришли жители Инсбрука, предложившие использовать олимпийские сооружения, построенные еще к 64-му году, и новая Олимпиада была спасена. Из чувства признательности за этот поступок МОК зажег над стадионом Инсбрука два олимпийских факела. Сначала саночник Йозеф Файст-Мантль вновь заставил пылать старый факел, горевший еще в 64-м, а затем горнолыжница Кристель Хаас оживила новую чашу олимпийского огня. 1976 год памятен многими историческими событиями. В том году диктатор Перон был изгнан из Аргентины. Бьорн Борг выиграл свой первый Уимблдон, а Крис Эверт – второй. Конкорд перевез своих первых пассажиров на сверхзвуковой скорости. Надя Каманечи завоевала золото на Монреальской Олимпиаде. Китай прощался с Мао Цзэдуном. Джеймс Хант победил на чемпионате мира среди автомобилей Формулы-1. Ники Лауда оказался на краю гибели на Гран-при Германии, а Джимми Картер был избран президентом США. Из-за того, что оргкомитет Инсбрука получил статус чрезвычайного, его бюджет был крайне ограничен. Поэтому предложение одной английской кинокомпании за свой счет сделать документальный фильм об играх было встречено с энтузиазмом. Режиссером был выбран Тони Мейлом. Он работал с такими актерами, как Энтони Хопкинс в картине «За озером» и Аль Пачино в «Бобби Дирфилд». Одним из самых знаменитых его фильмов стал «Герой», посвященный футбольному чемпионату мира 1986 года в Мехико. На этот раз Тони Мейлом решил воплотить в новой картине под названием «Белая скала» свое собственное видение спорта. Я много работал в спортивной документалистике и даже основал свою собственную компанию с Майклом Самуэльсоном и Драмондом Челлисом, которая называлась WorldMark. Мы попытались получить права на съемку зимних Олимпийских игр 1976 года у Организационного комитета Инсбрука по уникальному проекту. Обычно фильмы об Олимпиаде делались по одному шаблону. Просто фиксировалось все подряд на пленку по заказу хозяев игр. Я решил, что лучше не буду пытаться следить за ходом соревнований день за днем, как было принято раньше. И сказал себе так: вот лучшие в мире спортсмены, оспаривающие самый главный приз, почему бы тебе не проникнуть в глубину, чтобы попытаться понять, как и зачем они все это делают. Тот, кто возглавлял организационный комитет, был, вы знаете, не совсем типичным комитетчиком. Он был довольно предприимчивым человеком. Мы заразили его своим энтузиазмом, и он обещал поддерживать нас во всем. «Но чего я не могу сделать, — сказал он, — так это дать вам денег». Волшебство зимнего спорта полностью захватило Мейлома, и особенно волнующее зрелище летящих по воздуху лыжников. Трамплин – один из немногих видов спорта, где, стартовав, спортсмен полностью отдается на произвол собственных сил. Нельзя ни повернуть назад, ни съехать с трассы, ни выключить мотор. Нужно продолжать полет,
и лучше для тебя, если ты все сделаешь правильно. Решил включить в свой фильм очень необычный для того времени элемент – музыкальное сопровождение. Мы с самого начала работали с Риком Уэйкманом над музыкой. Для каждой из шести частей фильма была выбрана своя тема, а для всего фильма – музыкальная концепция. Рик предложил массу новаций и оригинальных идей. У нас должна была звучать органная музыка и хор мальчиков, самые лучшие хоры. А так как Рик прекрасно играет на синтезаторе, у нас, конечно, было очень много музыки, которую он исполнял сам на разных клавиатурах со звучанием натуральных инструментов, а не цифровой, компьютерный, как это модно сейчас. Поэтому зритель, равнодушный к спорту как таковому, все равно мог получить удовольствие от нашей картины, только из-за музыки и захватывающего изобразительного ряда. Третьим решающим ингредиентом в новом фильме стала работа кинооператоров. Режиссер отобрал 15 ведущих кинооператоров со всего мира, каждый из которых сконцентрировался на определенном соревновании, не пытаясь сделать всеобъемлющий репортаж об Олимпийских играх. Мы пытались помочь зрителям как бы проникнуть внутрь происходящего, испытать те же ощущения, эмоции, что и спортсмен в один определенный момент. Это, кстати, давало нам возможность заснять что-то исключительное. Я мог варьировать кадры, настроив несколько камер на одно и то же событие. Сфокусировавшись на эмоциях, Мэйлом получил возможность вести волнующий рассказ о победах и поражениях.
История драматической победы австрийцев Карла Шранца и Тони Иннауэра над командой Восточной Германии была рассказана без слов. Когда все было сделано, наши заказчики вдруг поняли, что речь идет о двух различных проектах, рассказывает Рик Уэкман. Прежде всего, они получили олимпийский документальный фильм, что само по себе было огромным делом. Но со всей этой музыкой, подложенной под видеоряд, стала обнаруживаться еще другая область искусства. Если перевести на пластинку, магнитную пленку или диск, звуковую дорожку картины, саундтрек. Таким образом, мы выходили сразу на два различных рынка. Люди, увлеченные спортом, смотрели наш фильм, быть может, впервые услышав музыку такого рода. Кончилось тем, что наша пластинка разошлась с тиражом более 1,5 миллиона копий, а фильм шел в кино месяц за месяцем, и интерес к нему не уменьшался. Он стал поистине культовым фильмом. И не потому, что был модным в то время, а потому, что с самого начала смелые люди Майк Самуэльсон, Драмунд Чейлис и Тони Мейлом задумали изменить облик привычных вещей. Они разорвали рутину. По-моему, то, что они сделали, замечательно. И поэтому к нам пришел такой успех. Мы просто знали, чего хотим. И наш конечный продукт получился именно таким, на какой мы и рассчитывали. Драмонт как продюсер, Тони как режиссер и я как композитор. Все элементы нашего фильма оказались гармонично созвучными. Это не часто случается, но уж когда такое происходит, в итоге должно выйти нечто особенное. Поймать скорость движения для широкоэкранного кино использовали специальные высококлассные камеры Panavision. Большие и неуклюжие, они не были приспособлены для работы на открытом ветру. Вместо того, чтобы снимать сферической линзой, которая дает плоское изображение, мы снимали аноморфной в пропорции 1:2. Эта сужающая линза, способная сжать картинку для 35-миллиметрового экрана, а проектор затем вновь разворачивает изображение. Помню, когда в первый день мы укрепили одну из наших камер Panavision на бобе, объективом к одному из пилотов, и отправились вниз по трассе,
то на финише эта камера буквально распалась на части от вибрации. Нам пришлось списать ту камеру, и это стало мне уроком, рассказывает Тони Мэйлон. Я понял, что такое вся эта скорость и мощь и агрессия спорта, после того, как сам спустился по этой трассе пару раз и прочувствовал это на собственной шкуре. И понял, как передать это чувство. На супершироком экране вы получаете довольно верное впечатление. Спортсмены из Восточной Германии, впервые представленные на Олимпийских играх отдельной командой, полностью доминировали на санной и бобслейной трассах, завоевав 5 золотых медалей в бобслее двойке, четверке, мужских и женских санях, а также на санях двойки. Актер Джеймс Кобурн, известный по фильмам «Грязная дюжина» и «Наш человек Флинт», по-своему представлял в фильме различные виды спорта. Наверное, это был значительный риск. Почти безумная идея пригласить актера не с самыми лучшими ногами в мире испытывать на себе спортивные нагрузки различного рода, говорит Рик Уэйкман. Вот эти мишени находятся на расстоянии 150 метров отсюда. Не слишком далеко для пристрельной винтовки со сбалансированным прицелом. Даже я выбил 4 из 5. Но потом не смог завершить 2,5 километра лыжной гонки. Не выдержал сурового испытания на снежной трассе, рассказывает Джеймс Кобурн. Биатлон требует орлиного глаза, выносливости марафонца. Он сочетает в себе мастерство владения двумя абсолютно различными видами деятельности — стрельбой и бегом на лыжах. Вообще-то мысль пригласить актера, способного с обывательской точки зрения описать происходящее, не оглупляя, попробовать самому почувствовать, в чем соль, была с моей точки зрения абсолютно гениальной, говорит Рик Уэйкман. Когда мы увидели окончательный монтаж этих эпизодов, я был поражен, хотя они еще шли без музыки. Я вратарь, и моя задача не пропустить этот увесистый кусок вулканизированной резины в раскрытую пасть ворот размером 1,80 м на 1,20 м. И хотя я, как кажется, хорошо защищен всеми этими доспехами, когда вижу нападающего, летящего ко мне на полной скорости, со сверкающими лезвиями коньков и с клюшкой наперевес, я думаю, да это очень опасно. Я готовлю к старту вот эту пару двухметровых горных лыж, намазывая их специальной смесью различных восков, которые должны снять по 1/10 с каждой секунды моего времени, когда я помчусь вниз.
Джеймс Кобурн, вспоминает режиссер, в роли человека с улицы, испытывал на себе все превратности олимпийских видов спорта, практически очень мало зная о них. Это было время, когда я только что закончил фильм с Джеймсом в главной роли, и за период съемок очень подружился с ним. Как-то мы болтали с ним однажды за обедом где-то в Греции, и он сказал мне: «О, Господи, Тони, я способен так увлекаться тем, что делаю, мне все это безумно нравится». А я подумал про себя: может быть, этот парень, который никогда раньше не катался на лыжах, даже рядом, как говорится, не стоял, сможет в некотором роде сыграть на экране простого зрителя. В чем-то эта идея оказалась плодотворной, а в чем-то не удалась. «Ну вот, это бобслей-двойка. А как насчет саней?» — спрашивает Джеймс Кобурн. «Действительно, — вспоминает Тони Мейлом, — нам пришлось уговорить какого-то парня проехать на санях по трассе. А мы тем временем, соединив сани с бобом, чем-то вроде удочки, снимали камеры, сидя в бобе. В результате этот парень на финиш оказался в самом плачевном состоянии». «Вот это и есть сани. А вы что, думали, что это я на них еду?» — спрашивает Джеймс Кобурн. «Будучи актером, я часто ставил себя в неудобное положение. Ведь никто не обижает шутов, а актер может сыграть шута. Правда ведь? Поэтому я решил влезть не в свою шкуру и побыть вратарем, биатлонистом и посмотреть, что из этого получится». «Я просто выбивался из сил подчас, но моей задачей и было показать тот самый контраст между выдающимся спортсменом и любителем, тем, кто хотел бы сделать то же самое, но не может, и тем, кто действительно делает все эти чудеса с великолепным мастерством и грацией. Просто феноменально». Великолепная хоккейная сборная Советского Союза казалась неуязвимой вплоть до финала. Но отчаянные хоккеисты команды Чехословакии оказались труднейшими соперниками, сумевшими с самого начала игры захватить преимущество и выйти вперед в финальном матче. Однако советские хоккеисты сравняли счет за 3 минуты до конца второго периода, что обещало обострение борьбы в третьем, заключительном отрезке игры. Пятая минута, и чехословацкий форвард Эдвард Новак проталкивает шайбу в ворота мимо вратаря Владислава Третьяка и выводит вперед свою команду. 3-2.
Вновь сравнять счет сборной СССР удается меньше, чем за 5 минут до конца игры. У чехов почти не остается времени, чтобы прийти в себя. И уже через 24 секунды советская сборная забивает гол, оказавшийся победным. Четвертая золотая Олимпиада подряд. Что касается катания на коньках, то по сравнению с другими видами спорта, проходящими в естественном окружении прекрасной природы, как, например, скоростной спуск, соревнования конькобежцев и фигуристов проводятся на малоромантичных катках или в залах. А если бы фигуристы, например, катались на замерзшем озере посреди высоких гор, это было бы действительно по-настоящему эстетически прекрасным зрелищем. Многие упрекали меня за то, что я не снял тогда выступление Джона Карри. Но нашей задачей с самого начала было не просто и не обязательно снимать только чемпионов. Для каждой из шести дисциплин, которые я избрал, у меня была своя тема. В этом конкретном случае мне казалось, что катание пары может дать мне психологически и эстетически более богатый материал, чем выступление одиночника. Теперь, уже зная больше о Джоне Карри, я, быть может, и передумал бы, потому что его выступление действительно было исключительным, одним из самых выдающихся в истории. Американские тинейджеры Тай Бабилони и Рэнди Гарднер отправились в Инсбрук в погоне за медалью, но всего лишь полбалла не хватило им для осуществления мечты. Это олимпийское выступление оказалось лучшим для этой пары. Ирина Роднина завоевала золото в Саппоро в паре с Алексеем Улановым, а в Инсбруке она каталась уже с новым партнером Александром Зайцевым. Ну, знаете, эти олимпийские тоже были достаточно сложные и для меня, и для Саши. Для него они были первые, и сколько ни рассказывай, сколько ни объясняй, человек все время должен сам обжечься. И он прошел абсолютно все то, что я прошла в 72-м году в Саппоро. Для меня были сложные, может быть, потому что мы не чувствовали вокруг себя сильных соперников. А на соревнованиях это очень важно, когда ты слышишь дыхание сзади тебя. И мне приходилось на каждой тренировке немножко себя вот наталкивать на эту борьбу. Потому что все-таки соревнования – это очень часто как охота. Вот когда ты чувствуешь эту охоту, тогда ты идешь на этот результат. Должен быть хороший раздражитель. Иногда просто себя толкать на какой-то результат, когда нет вокруг конкуренции, очень тяжело. И вот у меня как раз это была ситуация. Было очень нелегко с каждым шагом идти все вперед-вперед, потому что мы не чувствовали очень сильной конкуренции. Thank you.
Победа в Инсбруке была второй победой Ирины. Третья золотая медаль ждала ее на следующей Олимпиаде. Уникальное достижение великой фигуристки. Ну, это очень приятный момент, потому что ты к этому долго идешь, ты об этом думаешь, ты работаешь. И как любой человек, когда он видит результат своей работы, это не обязательно в спорте, вот просто результат, которому он мечтал, не спал, мучился, то это огромное чувство удовлетворения, то, что ты сделал, и это сделано тобой. Это победа в первую очередь над самим собой, нет, над твоими соперниками. Работа над фильмом запомнилась композитору Рику Уэйкману несколькими уникальными моментами. В нашем альбоме эпизод с фигурным катанием назывался «После бала». Это, несомненно, совершенно особенный фрагмент. Расскажу сейчас нечто, о чем не часто говорю, но это абсолютная правда. О том, как создавалась та самая удачная тема фильма. Я знал, что нам нужно было озвучить две части фильма. И все мы были в студии. Тони Мейлом, Драмон Челлис и еще кто-то, по-моему, Майк Самуэльсон. Оставался еще один час до конца записи. Я уже подумал, как хорошо, что мы сегодня рано отправимся в бар, когда вдруг кто-то, не помню, то ли Тони, то ли Драмонд, сказал: «Ну что ж, осталось только один кусок озвучить». И тут я похолодел от ужаса. Разве мы не все еще сделали? Я ведь больше ничего не написал. Вот в чем дело. И ошибся. «Осталось только фигурное катание, и все», — услышал я голос. И вспомнил, что видел тысячу раз фрагмент с катающейся на замерзшем озере парой. И думал, к этому я еще вернусь. И вот я понял, что так и не взялся за этот фрагмент, не написал просто ни единой ноты, ничего. Я пошел и сел за фортепиано, к которому уже был подключен микрофон, и, глядя на огромный экран перед собой, помолился. И начал играть то, что чувствовал. И тогда родилась мелодия. Она до сих пор одна из самых красивых, написанных мной. Все прошло замечательно. А потом я поднялся со стула, пошел наверх по ступенькам и услышал аплодисменты своих друзей. Тони Майлом сказал, что это потрясающий финал, изумительно красивый. А я подумал, хорошо, что так получилось, потому что повторить я уже не смог бы. В те дни музыкальное оформление еще никогда не использовалось подобным образом, поэтому впечатление оно производило удивительное, вспоминает Тони Майлом. В биатлоне меня поразило то, что в этом виде спорта соединились абсолютные противоположности. Ситуация, когда лыжник бежит несколько километров по лыжне, что требует от него особой выносливости, вынужден в разгаре гонки останавливаться, невзирая на всю потраченную в беге энергию, принять устойчивую позицию и стрелять по мишени, уникально. Биатлон — это, по-моему, замечательное сочетание способностей.
Советская команда завоевала свою шестую медаль в лыжных соревнованиях, победив в эстафете биатлонистов. Самый драматический момент наступил после двухчасового напряженного соперничества, когда на четвертом этапе в борьбу за бронзу вступили биатлонисты из Восточной и Западной Германии Манфред Гейер и Клаус Геркин. На последней прямой спортсмен из Восточной Германии выиграл на финише всего 4 секунды. Чтобы уловить все нюансы спортивной драмы, Майлому понадобилась недюжинная смелость. Я говорил с самого начала каждому оператору, каждому технику: снимайте проигравшего. Не нужно, чтобы 85% материала было в фокусе. Пусть лучше только 20% будет у вас в фокусе. Но зато это будут сенсационно смелые и волнующие съемки. Остальное мы вообще можем выбросить на помойку. Была одна спортсменка, которой удалось растопить сердца всех зрителей своим талантом и очарованием. Рози Виттермайер, горнолыжница из Западной Германии. У меня тот сезон сложился с самого начала, необыкновенно удачно, вспоминает Рози. И я поняла, что если только не получу какой-нибудь травмы, мои шансы очень высоки. Я была уверена в своих силах. А это то, что необходимо для победы. Первая попытка проходила на очень крутом склоне. И нельзя было позволить себе ни малейшей оплошности. А у меня скрестились лыжи. Итак, я проехала мимо того места, где стоял мой тренер. Он сказал, что у него сердце остановилось, когда он увидел, как я еду. Но я все-таки сумела устоять. Такое удается, только если вы полностью свободны. Если бы я была зажата или напряжена, то не смогла бы сделать это. И пришлось бы сойти с трассы. Лишь 12 сотых секунды не хватило Рози Миттермайер для победы в гигантском слаломе. Она не смогла получить третью золотую медаль на этой Олимпиаде, но и две золотые и одна серебряная были выдающимся результатом. Очень явственно помню, как спускался по этой горнолыжной трассе для скоростного спуска. Невозможно даже представить себе, насколько жестокое впечатление производят эти перепады высот, эти изгибы. Я был просто опустошен, рассказывает Тони Мэйло.
Соревнования мужчин в скоростном спуске захватили сердца поклонников этого вида спорта титанической борьбой австрийца Франца Кламера с чемпионом прошлых игр Бернаром Русси из Швейцарии. 1976 год стоит особняком в моих воспоминаниях, рассказывает Бернар. Я никогда не испытывал подобных эмоций. Помню, как стою на финише и слежу за ходом самых зрелищных в мире состязаний. Вся гора сотрясалась от возгласов 50 или 60 тысяч зрителей. А Кламер тогда уверенно доказал, что ему нет равных в скоростном спуске, что он фаворит соревнований. Он был у себя дома и просто обязан был победить. Помню, когда смотрел на его спуск, во мне било словно два сердца. Одно стремилось к победе, ведь у меня было лучшее время до того, как стартовал Кламер. Но другим сердцем я понимал, если Кламер не выиграет, весь этот прекрасный миг будет испорчен, а золотая медаль, которую я мог бы получить, будет обесценена. Это была критическая ситуация. Каменистая трасса была наисложнейшей, просто безумно трудной. В этой гонке приходилось идти по самой грани. Я не только испытывал давление огромной толпы, болевшей за меня. Я чувствовал огромное напряжение еще из-за того, что сознавал себя фаворитом. И знал, проиграй я этот старт, меня всегда будут считать только середняком. А выиграй, стану одним из величайших горнолыжников в истории. Вот от этого мне было очень тяжело. Я стоял на стартовой позиции и через громкоговоритель слышал объявление о том, что такой-то или такой-то финишировал на секунду-полторы позади Бернара Русси. По-моему, Бернар промчался самым быстрым своим временем, гораздо лучшим, чем он показывал на тренировках, и его отрыв от остальных участников оказался очень большим. Я стоял и спрашивал себя, смогу ли я, и сам отвечал, нет, мне не удастся. Я словно качался на волнах. То мне казалось, что я смогу сделать это, а то вдруг я понимал, что у меня нет ни малейшего шанса превысить результат Русси. Но вот я оказался на старте, и в этот момент почувствовал, что сумею победить. Я знал, что либо я выиграю, либо разобьюсь. Я отправился вниз, словно спасая свою жизнь. И это небольшое преувеличение. Я действительно был готов потерпеть крушение или одержать победу.
Я летел на пределе возможностей, максимально рискуя на протяжении всей трассы. Быть может, стартовав раньше, я смог бы проехать ровнее и быстрее. Но сейчас у меня остался только один вариант. Пройдя половину трассы, я увидел зрителей, стоящих с краю, и подумал: «О, Господи, надо что-то делать». Пока-то все шло хорошо, но нужно было набирать скорость. И когда я подъехал к так называемому «медвежьему углу», я решил уйти с общей линии движения. Я никогда этого не делал раньше. На тренировках я всегда проходил по внутренней линии. А сейчас решил положиться на удачу, изменил тактику, уйдя вправо к самому ограждению и ускорил свой ход. Это решение было золотым, тем самым решающим фактором. Наверное, в том и состоит смелость не просто мчаться на лыжах на пределе возможностей, а суметь во время гонки принять незапланированное, принципиально новое решение. Все, кто был там, я уверен, помнят этот момент. Кламер стал национальным героем и выглядел так динамично в своем ярко-желтом лыжном костюме, вспоминает Тони Мэйлом. Он прошел по грани между бессмертием и полной неудачей, и в этом было нечто потрясающее. Руси, бедный, его нельзя было не пожалеть, ведь он сделал все правильно. Он был выдающимся чемпионом. Но то, что этот самый зрелищный вид спорта был с триумфом покорен уроженцем Австрии Францем Кламером, ярчайшим лыжником в той эпохе, сделало незабываемой ту Олимпиаду в Инсбруке. И, конечно, все это прибавило популярности нашему фильму, который в конце концов увенчался огромным коммерческим успехом. Его показывали в одном из кинотеатров лондонского Вест-Энда почти целый год. Прежде официальные олимпийские фильмы показывались один раз на премьере, а потом по каким-то лыжным клубам, и все. Наш фильм был толчком к развитию спортивной кинематографии в США. А для Инсбрука он стал великолепной рекламой. О нем узнали широкие круги любящей спорт публики, которая раньше, может быть, и не слышала никогда об этом городе. Мне кажется, что нам удалось доказать, что оргкомитет тех Олимпийских игр сделал правильное решение, выбрав нас. И в конце концов, каждый день нам приходилось задумываться, для кого и для чего мы делаем свой фильм. Для оргкомитета или для спорта и для людей. Я очень хотел заинтересовать своим фильмом киноаудиторию всего мира. Найти у ней понимание и сочувствие, а это очень и очень трудная задача.